Друзья, здравствуйте. Давно, наверное, мне хотелось снять это видео. Столько раз приходилось объяснять людям что-то. Ну, вот, иногда даже более нагляднее, легче что-то объяснить. Я бы его назвала колдуны-хирурги, потому что получают растение и начинают его просто дербанить, проверять, есть ли там у него корни, как у него там что, а что-то черное мы сейчас замажем, мы сейчас обрежем. Ну, вот я хочу показать, что ну не надо, пожалуйста, этого делать. Вот Ванда, да, вот есть у нее, нет листа, был цветонос, нет листа. Просто оставляем растение в покое, ставим в горшок, у меня просто кора еще не пришла, я доложу коры, и дальше растение будет расти. Здесь у Ванды, да, нету части листьев, но она не пропадает, я не пытаюсь ее обрезать, не пытаюсь чем-то замазать, оставляю растение в покое. Дальше там тоже есть такие проблемные. Вот есть проблема, с которой мне... А что это вот черное на листе? Гниль, да, какая-то была. Но в итоге растение само его остановило. И растение замечательно растет. Тоже Ванда, которая особо и нет тургора у листьев. Но я все-таки ее поливаю. Вот мы уже можем увидеть, что у нее появились новые корешочки. Также вот растения. Они не идеальные приходят никогда. Они приходят в другой части света. Вот корней тоже. Они усушены, все корни в основном. Но тоже это все растение. Я завтра, мне придет кора, я это все посажу аккуратно. И дам, пусть растение развивается. Также надломы есть у растения. Тоже не надо ничего мазать. Есть пятнышки. Это растение. Дальше вот у меня вандочки. Сейчас покажу вообще очень страшные ванды, которые все боятся брать. Говорят, у них голый ствол. Все, это уже труп. Показываю. Голый ствол у ванды происходит. Вот он голый ствол. Вот он голый ствол. А еще ниже еще голее ствол. Потому что у него возраст. И активно идут корни. И активно она собирается цвести. Потому что вверху растение здоровое. Да, его со временем надо омолаживать, но все равно оно здоровое. Здесь рядом сестра ее стоит, этого же сорта. Тоже тот же самый голый ствол, но вверху у нее мощные листья. Пока цветоноса нету, но тоже ее я посажу, добавлю коры. Вот тоже вандочки. Тоже тургор потерян, но тоже будет отпиваться со временем. Просто хочется обратиться к людям, не трогайте вы растения лишний раз. Дайте ему у вас адаптироваться, не вытаскивайте его с грунта. Просто поставьте, да, ему маленький горшок, ну и что, пусть он стоит, пусть растет в нем. Это если когда уже растение сильно гнилое, надо обрезать, что-то резать. Но это чаще всего бывает только у котлей, вот эта мокрая черная гниль. Да, ее лучше обрезать. Но в основном растения с поломанными листьями. Но у вас же оно вырастет красивое, чистенькое. А дорога не делает его красивым, там, цветущим или еще что-то. Да, вот черные пятна. Где-то может быть даже бактериальная гниль. Вот эти листики, которые можно будет срезать. А в основном это живые растения.